Внимание у водителей. Движение по Большой Арнаутской в районе Осипова восстановлено. На данном участке проложили новую водопроводную трубу диаметром 630 мм. Засыпали раскопку и уложили черновой слой асфальта. Чистовое асфальтирование будет произведено после завершения всех работ. В частности, сейчас продолжается замена труб по улице Осипова. Работы обещают завершить до конца года. Напомню, «Инфоксводоканал» проводит замену магистрального трубопровода, который обеспечивает поставки питьевой воды в центр города. Вместо старого стального кладут новый полиэтиленовый. Срок его эксплуатации до 50 лет, говорят в компании. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».